Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Сьогодні в нас дуже-дуже смачна і важлива тема, особливо для мам, у яких є маленькі дітки. Так що залишайтеся біля екранів. Сьогодні у нас в студії, в гостях Інна Москалець, обласний фахівець з питань грудного вигодовування. Доброго дня. Чому саме сьогодні ми звернули увагу на цю тему? Тому що сьогодні стартував тиждень підтримки грудного вигодовування, так? Да, да. Щорічний тиждень, наскільки мені відомо. Да. Уважаемые телезрители, с сегодняшнего дня стартовала всеукраинская неделя поддержки грудного вскармливания, которая проводится в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания с 1 по 7 августа. В Украине неделя поддержки грудного вскармливания начала проводиться с 2001 года. На мировом уровне неделя поддержки грудного вскармливания проводится с 1991 года. В 1990 году была подписана Иннокентийская декларация в поддержку, поощрение и защиту грудного вскармливания. И именно в эти дни Всемирный альянс по поддержке грудного вскармливания решил проводить неделю в ознаменование и память этого события, которое опять как бы вернуло и возродило к жизни грудное вскармливание. Почему именно проводится и зачем проводится неделя поддержки грудного вскармливания? Во-первых, с одной стороны, для того, чтобы еще раз напомнить общественности, активизировать общественность и показать приоритет грудного вскармливания, напомнить о том, что грудное вскармливание дает значительный позитивный результат для сохранения здоровья матери и ребенка. А с другой стороны, во время недели поддержки грудного вскармливания проводится, конечно, активизация работы медицинских работников, здравоохранения, опять-таки по пропаганде грудного вскармливания и современных практик грудного вскармливания. Скажите, пожалуйста, а что сейчас стало поштовхом акцентування уваги на цій проблемі? Це стало проблемою? Замало мам проводили або багато кормилась, значит, где-то в 60-70-е годы было несколько утрачено внимание и приоритет к грудному вскармливанию, потому что стали появляться все больше и больше заменителей грудного молока. Угу. И вот начиная с 1979 года Всемирная организация здравоохранения стала активизировать работу по возрождению вот этого грудного вскармливания. И за это время было проведено много различных исследований, много есть научных работ, которые на сегодняшний день грудное вскармливание стали представлять в несколько другом аспекте, поэтому на сегодняшний день у нас есть такая фраза, как современные практики грудного вскармливания. И вот за это время, когда мы активизировали работу, в Украине эта работа начала активизироваться где-то с 95 года. И я могу сказать, что показатели грудного вскармливания значительно улучшились. То есть на сегодняшний день мамы очень заинтересованы в том, чтобы кормить ребенка грудью. И мы на сегодняшний день рекомендуем раннее начало грудного вскармливания сразу после рождения ребенка в течение первого часа. Исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев. И поддержка длительного грудного вскармливания до 1 и более лет со своевременным введением прикорма. Вот. А скажите, пожалуйста, взагалі оптимальный вариант, скільки вигодовувати дитину? Ну, в любом случае, для нас важно, чтобы было исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, тогда, когда еще желудочно-кишечный тракт физиологически не готовый принимать чужеродную пищу. А в дальнейшем грудное вскармливание и до года, и до двух, это уже больше имеет психологические моменты и дает возможность плавно перевести ребенка на питание, которым питаются уже взрослые люди. Вот, и там уже мы сроки четко не ограничиваем. Это уже зависит от того, какие возникают взаимоотношения у мамы с ребенком, если у нее, допустим, приоритет как грудного вскармливания, или она хочет его раньше прервать, но во всяком случае до 6 месяцев исключительно грудное вскармливание – это залог здоровья и матери, и ребенка. Скажите, пожалуйста, минулого року, рік тому, тиждень грудного вигодовування проходив під девізом «Грудне вигодовування і робота – це можливе». І саме в цій студії ми зустрічалися і говорили, що для
цього робиться? В цьому році є якісь особливості проведення цього тижня? Ежегодно неделя поддержки грудного вскармливания проводится под определенным или девизом, так можно сказать, или под новой темой. Эту тему рекомендует Альянс или там Всемирная организация по поддержке грудного вскармливания. И в этом году тема недели – это грудное вскармливание, ключ к устойчивому развитию. Почему именно выбрана эта тема? Потому что в сентябре 2015 года на Ассамблее ООН были утверждены цели устойчивого развития, которые заменили цели тысячелетия, и эти цели устойчивого развития рассчитаны до 2030 года. Что такое цели устойчивого развития? Это цели, показатели будущего развития общества. Существует 17 целей устойчивого развития общества, и они направлены на ликвидацию голода, нищеты, сохранение здоровья, сохранение равноправия в обществе, борьба за климатические какие-то изменения. Вот. И здесь как раз мы на неделе поддержки грудного вскармливания в очередной раз покажем и будем разъяснять, чем, как связаны цели устойчивого развития и вскармливание детей первого года жизни и более старших детей. С одной стороны, для того, чтобы показать, что грудное вскармливание – это якорь устойчивого развития, что при здоровом начале жизни здоровое питание предопределяет нормальное развитие в будущем и ребенка, и сохранение здоровым нашего общества. Хотілося б перейти детальніше саме до вигодовування, вже не в загальному, так, те, що відбувається на цьому тижні, а саме, щоб ті мами, які зараз замислюються над тим, чи годувати, чи ні, і ті, які годують, щоб дати їм певні рекомендації щодо того, ви як фахівець і як людина, яка найбільше в області з цього знаєте. І з чого б хотіла почати, тому що дійсно, дуже часто чуєш зараз серед мам, що так, вони за грудне вигодовування, але мотивацією при цьому є фінансовий стан, тому що це найдешевше, як вони говорять. Звісно. І тому багато хто дійсно хоче, ну, це одна з мотивацій, так, і корисніше для дитини. І багато хто з мам хоче якнайдовше вигодовувати, але не у всіх виходить чомусь. От давайте поетапно пройдемо всі етапи, так, що передують вигодовування і саме вигодовування. Що нам робити для того, щоб дійсно це тривало якнайдовше? Отже, період вагітності. Про що треба думати, що треба робити, чи в останні місяці, чи до цього треба готуватися всю вагітність, що робити і як бути? Ну, на сегодняшний день я могу сказать, что я практически не встречала ни одну женщину, которая бы на этапе беременности не мечтала кормить своего ребенка грудью. И это нормально, это физиологично. И во всяком случае, те моменты, которые раньше рекомендовали там, по подготовке молочной железы к грудному вскармливанию и так далее, на сегодняшний день эти все практики опровергнуты. И на сегодняшний день женщина, которая готовится стать матерью, должна вести здоровый образ жизни, должна выполнять рекомендации акушера-гинеколога, у которого она стоит на учете. И этого достаточно для того, чтобы она смогла кормить своего ребенка грудью. Это с одной стороны. А с другой стороны, она, конечно, должна быть уже подготовлена к моменту рождения ребенка по современным практикам грудного вскармливания. Для этого женщины должны посещать обязательно школу ответственного родительства, которая находится в каждой женской консультации. Не игнорировать эти посещения, потому что очень часто спрашиваешь, вы посещали? Нет, не посещали. Почему? А потом возникает ряд вопросов, которые можно было и не иметь, потому что женщина уже на этапе беременности бы знала и обучилась тому, как правильно нужно кормить ребенка грудью. Это с одной стороны. С другой стороны, женщины на сегодняшний день очень широко используют возможность интернета. Они очень часто прибегают и к таким моментам, есть некоторые моменты, что даже задают вопросы, и очень сложно на них ответить, потому что они интересуются и углубленно, знают больше, да, они углубленно изучают эти вопросы.
Вот, поэтому на этапе беременности уже женщина должна в роды идти подготовленная. Но в любом случае в родильных домах тоже проводится ряд работы. Если у женщины по каким-то причинам не получается приложить ребенка к груди, покормить его, то на сегодняшний день для этого есть медицинские работники, которые помогут. Ведь сейчас ребенок сразу после рождения находится в палате с мамой. Угу. И медицинский персонал должен как можно чаще заходить и обучать маму современным практикам. Вот это возможность кормить ребенка по требованию после вот этих всех моментов, когда у нас дети были разъединены с мамами, когда были трехчасовые перерывы между кормлениями, когда был шестичасовой ночной перерыв. Все это на сегодняшний день опровергнуто. И поэтому женщина на этапе уже родильного дома кормит ребенка по требованию, она кормит его так долго, как нужно ребенку. И после выписки из родильного дома эта практика кормления по требованию сохраняется. Вот. В дальнейшем уже стоит вопрос о том, что где-то с 10-14 дней у женщины устанавливается лактация. И эту лактацию действительно нужно поддерживать. Нужно поддерживать частыми прикладываниями. Я перепрошую, але ви кажете за потребою, так, дитину годувати. А як визначитись, чи вона кричить, тому що їсти хоче, чи просто її щось турбує? Чи в будь-якому випадку годуємо, і це буде вірно? Ну, ми рекомендуємо прикладувати ребенка к груди, а там уже ситуація сама виясняється. Якщо ребенок во время кормления сосет і беспокоїться, то це наталкиває на мисль о том, що у ребенка є ще якісь проблеми. А якщо ребенок приложився к груди, пососав її і успокоївся, то це, наприклад, на сьогоднішній день, коли вот таке жаркое время, це один із способів ребенку отримати порцию молока и утолить свою жажду. То есть я хочу как раз сказать, что в разрезе вот таких вот жарких, знойных погод нет необходимости детей допаивать водой, а есть необходимость часто по призыву прикладывать ребенка на 2-3 минуты к груди для того, чтобы он получил порцию молока. Это не обовязково есть, а просто попить, так хочется. Ну да, он как бы попьет. Ну вот как мы доросли, захотели воды. Он как бы попьет. А если, например, ребенок уже хочет поесть, то он сосет грудь несколько дольше, и 15, и 20 минут, и тогда получает молоко несколько другое по составу, потому что мы различаем так называемое переднее и заднее молоко, и это уникальность грудного молока, что состав грудного молока меняется на протяжении одного кормления. Если женщина прикладывает на несколько минут, то идет выделение одного молока, а если ребенок сосет долго, то одни железы выключаются, другие включаются, и происходит совершенно выделение просто другого молока. Просто есть очень складный механизм. Сложный механизм, но все это придумано природой, поэтому сюда вмешиваться не надо. От щодо втручань, потрібно чи не потрібно? За рекомендаціями наших бабусь, нам потрібно проводити постійно стежування для того, щоб ми довго годували. І ця, якби це ствердження, воно досі бутує і досі ходить між людьми, і хтось цього дотримується. Але чи необхідно це справді стежити груди повністю, щоб у нас була добра лактація? Если мы говорим о свободном режиме грудного вскармливания, то, естественно, вопрос сцеживания однозначно отпадает. Потому что если ребенок получил небольшую порцию молока, а затем женщина сцедила эту грудь, то, естественно, на призыв ребенка через час покормить в груди ничего не будет. И тогда женщина должна прибегать к чему? Она должна покормить этого ребенка из бутылочки, из соски, и этим самым спровоцировать отказ ребенка от груди. Ага. Почему? Потому что если мы говорим, что ребенок сосет грудь, то он задействованы одни мышцы. Это язык и небо, такие присасывающие движения. Если ребенок сосет соску, он сосет ее щеками. И тогда возникает путаница сосков. После соски ребенок может отказаться сосать грудь. Это первое. Второе. Если женщина сцеживает грудь, она в любом случае травмирует железы, и это может вызывать асептические маститы. Третье. Если женщина сцеживает, то есть она выделяет молока больше, например, чем ей нужно, и это перевыполнение нормы, оно
Позитивно, позитивно не сказывается, она просто сцеживает это молоко и выливает. Вот поэтому на сегодняшний день, когда мы отказались от сцеживаний, у нас уменьшились и проблемы с молочной железой у женщин, меньше осложнений послеродовых по молочной железе. Ну вот. А то, что касается, конечно, бывают медицинские показания по сцеживанию, это, например, когда ребенок недоношенный, его нужно кормить через зонд, тогда женщина сцеживает. Если ребенок сразу после рождения разлучен с матерью по каким-то обстоятельствам, например, попал там в реанимационное отделение, мы рекомендуем женщинам сцеживать как с того момента, как она начинает себя более-менее нормально чувствовать, каждые 3 часа сцеживать для того, чтобы имитировать прикладывание. И таким образом происходит становление лактации. Бывает и, конечно, такой вопрос, как мы тот раз в прошлом году поднимали. Если женщина выходит на работу, то нам нужно по социальным показаниям сцедить грудь, сохранить это молоко, и потом бабушка или няня покормит ребенка. То есть в установившейся практике грудного вскармливания мы не рекомендуем на сегодняшний день сцеживание, и это несет позитивный результат. Отже, наскільки я зрозуміла вірно, то в нас в жінки виробити стільки молока, скільки потрібно дитині. Звісно, скільки потрібно. Отже, якщо 20 грамів дитина випила молока, то 20 і прибуде. Вирабатується, да. Но для того, чтобы, если мы говорим, что ребенок родился, и с каждым днем нам надо все больше и больше, идет становление лактации. Как? Вот эти вот частые прикладывания ребенка к груди, они запускают так называемый пролактиновый рефлекс. Это рефлекс выработки молока. То есть в тот момент, когда ребенок прикладывается к материнской груди, в организме женщины происходит гормональная перестройка, идет выработка гормона пролактина, который стимулирует образование молока в молочной железе. Поэтому, если у женщины по каким-то причинам недостаточно молока, то мы в первую очередь рекомендуем не докармливать его заменителями грудного молока, а как можно больше и чаще прикладывать ребенка к груди для того, чтобы запускать лактацию. Щодо якості молока. Деякі матусі кажуть, моя дитина не наїдалася, тому я моїм молоком, тому після того, як я годую грудьми, я догодовую сумішю, і поступово дитина відмовляється від молока. Що робити? Як визначити якість того молока, яким ми годуємо? Ну, во-первых, понятие качества грудного молока, мы даже эту тему не обсуждаем, потому что более полезного продукта, чем грудное молоко, вообще не существует. Потому что, я же уже говорила, состав грудного молока меняется на протяжении становления лактации, молозиво, потом переходное молоко, потом зрелое молоко и даже на протяжении одного кормления. То есть природа предусмотрела вырабатывать то молоко, которое нужно ребенку. А если здесь стоит вопрос, допустим, что мама в начале кормления пытается чуть-чуть подсадить грудь и видит более прозрачное молоко, то это не называется, что оно некачественное. Это как раз то молоко, которым ребенок напивается. А если в конце кормления она придавит молочную железу и видит выделение более жирного желтого молока. А если возникают, конечно, какие-то проблемы с недостаточным набором массы тела, то здесь, конечно, могут быть какие-то нюансы, и здесь может быть снижена лактация, поэтому нужно обращаться к специалистам по поддержке грудного вскармливания, которые однозначно решат эту проблему. Еще одно питание хотелось бы вам задать, адже маму с дитиною мы не помещаем у бок, где она изолирована от всех. И особенно периоды инфекции, так, застудных інфекції, ОРВІ, ОРЗ, грип. І буває так, що мами застужуються, наприклад, навіть на перших етапах, там 2-3 тижні, так? Організм жінки ослаблений після пологів і, можливо, десь контактуючи з кимось, вона саме такі простудні інфекції підхоплює, як то кажуть. І що робити у цьому випадку, як зберегти оцей момент годування, і, незважаючи на те, що все ж таки стан здоров'я самої годувальниці не дуже добрий, особливо якщо супроводжується температурою. Здесь можно сказать, что грудное молоко является не только источником идеального питания и психологической связи матери и ребенка, но это и противоинфекционная защита. И поэтому оно содержит большое количество различных иммуноглобулинов, противоинфекционных факторов, фагоцитов и так далее. То есть ребенок, если находится в контакте с матерью, которая больна какой-нибудь вирусной инфекцией, то он уже с молоком матери получает противоинфекционные факторы. Поэтому мы не рекомендуем разобщать,
прерывать грудное вскармливание. Может быть, некоторое разобщение матери с ребенком в течение дня, если есть кому ухаживать за ребенком. А кормление грудью однозначно сохраняется. И можно так сказать, что очень узкий набор болезней или, допустим, причин, когда ребенок не может быть, кормиться грудным молоком. Вот, поэтому практически всегда на всех во всех случаях и во всех ситуациях идеальным питанием для ребенка все-таки является грудное молоко. На якість лактації впливає, наприклад, такий стан мами, коли вона захворіла? Если она заболела, конечно, подъем температуры может снижать и количество молока, и оно может быть немножко менять свои вкусовые качества, но опять-таки, если возникает такая ситуация, то женщина не должна ни в коем случае отчаиваться, она должна как можно чаще прикладывать и не прибегать в первую очередь к заменителям грудного молока. Що впливає ще на те, на якість лактації, так би мовити? Адже знову ж таки повертаємося до традицій, і хтось починає горіхи їсти, хтось починає згущене молоко, хтось чай зі згущеним молоком. І дуже багато таких порад щодо нібито чи справді доброї лактації. Ну, як це все впливає? Да, эти рекомендации тоже уже несколько как бы устарели, можно сказать. И на количество молока, еще раз я подчеркиваю, влияет только гормональная перестройка в организме женщины, которая запускает лактацию. И, конечно, для выработки молока нужно достаточное количество жидкости, поэтому женщина не ограничивается в питьевом режиме, то есть она пьет столько, сколько она в этом нуждается, и чтобы у нее не было дискомфорта. То, что касается отдельных пищевых продуктов, они могут больше вызывать нарушение пищеварения у ребенка, потому что если женщина съела большое количество орехов, то это будет давать, ну, конечно, в какой-то степени повышать жирность молока, но оно будет и влиять на процесс пищеварения у ребенка. Поэтому женщина, которая кормит ребенка грудью, если у нее нет никаких заболеваний, она должна кушать нормально, полноценно, раз пять в день. Ну, конечно, учитывать то, что колораж кормящей женщины должен быть выше, чем колораж женщины, которая не кормит, потому что каждый день женщина дает литр молока в среднем и теряет 700 калорий. Поэтому же женщины, которые набрали во время беременности лишний вес, они каждый день, отдавая литр молока, могут потихоньку с этим весом распрощаться, потому что они идут с минусом в колораже. Вот. А по, конечно, количеству продуктов не надо какие-то находить изысканные продукты, не нужно себя садить на какие-то жесточайшие диеты, потому что все это необоснованно. Питание должно быть нормальным, рациональным, частым, и никаких проблем не будет. Если у женщин какие-то возникают проблемы по питанию, тоже можно опять-таки обращаться к специалистам. Хотя я слышу, все-таки существует мнение, что ничего не жареное, ничего не есть. Если женщина съест какую-нибудь там котлету или там съест какое-то мясо тушеное, абсолютно не надо переходить абсолютно на все вареное, на все супер диетическое. Конечно, если у женщины нет никаких проблем с пищеварительным трактом. А, конечно, опять-таки в природе все предусмотрено. Ребенок от матери забирает все то, что ему надо. И поэтому питание женщины в основном должно быть направлено на восстановление своих резервов. А от харчування дитини грудьми і алергічні реакції в дитини? Конечно, бывают и такие моменты, что питание матери может как-то сказываться на аллергические реакции у ребенка. Тогда нужно изучать аллергологический фон матери и более аккуратно подходить к введению новых продуктов у кормящей женщины. Но это все вопросы, которые можно решать лучше в индивидуальном порядке. Что бы вы хотели еще додать, порекомендовать, побажать мамам, майбутнім мамам? Конечно, хотела бы будущим мамам пожелать, чтобы они как можно раньше включались в вопросы поддержки грудного вскармливания, не игнорировали работу школ ответственного родительства, глубже изучали эти вопросы, для того, чтобы они уже входили в грудное вскармливание грамотными людьми. А грудное вскармливание рекомендую все-таки начинать
как можно раньше, в первый час после кормления, после рождения, угу. кормить исключительно грудью до 6 месяцев и поддерживать длительное грудное вскармливание. И вот это путешествие с ребенком по жизни будет для каждой женщины просто сказкой. А діти будуть наші здоровіші, мами щасливіші, спокійніші. Да. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Я сподіваюся, що все те, що ви несете, дійде до наших матусів, майбутніх надматусь. Я рада вітати в нашій студії ще раз Інну Москалець, обласного фахівця з питань грудного вигодовування. Зараз тиждень підтримки грудного вигодовування саме розпочався, але... Не тільки тиждень попереду, в нас попереду все життя, тому я дякую ще раз вам, дякую нашим глядачам, що були з нами. Хай все буде у вас добре. До побачення, до нових зустрічей.